говорил вам Сталин? Вот что приходит в голову? Наверное, ассоциация это с периодом войны, в первую очередь, Великой Отечественной. То если бы не Сталин, то, возможно, исход войны был бы совсем другой, Второй мировой. Поэтому я скорее за позитивное отношение. День Победы скоро у нас. Сегодня уже мы заходим. Деспотичный человек, судя по тому, что он сделал. Сдавал экзамен по Сталину и писал о нем такое большое сочинение, и у меня была ссора с руководителем по поводу того, по поводу моего мнения. А у них какое мнение было? О том, что Сталин мощь. That's why the concept of Stalin is so vital for our propaganda. We don't want to recognize the crimes, the perpetrators and the murderers. And we made of them victors and very good people. 55, и это Колыма. Очень красивый и очень суровый край со страшным прошлым и сложным настоящим. Долгие годы Колыма была цитаделью сталинских репрессий. Одного из самых чудовищных периодов в русской истории. Через эти места прошло около миллиона заключенных. При этом многие из них никаких преступлений не совершали. Десятки тысяч из них не вернулись отсюда домой. Сотни тысяч вернулись, но с переломанными здоровьем и жизнью. Заключенные ГУЛАГа... Ну, я думаю, он заслужит какого-нибудь, не знаю, уважения к минимуму за то, что он сделал. Что он привел нас к победе. Конечно, геноцид, русский геноцид, ну и его жестокие вообще меры, это перекрывать сильно. Малейшее слово оборачивалось против них, то есть не так скажешь 10 лет заключения, вот такие могу сказать слова. Ну, честно, история прогуливала, но у меня плохая история. То есть он вам вообще как бы никто, да? Ну, по идее, да. Спасибо.